Так что вы делаете? Человека надо чуть-чуть зарезать. Но меня это не впервые. Мне похуй. Меня зовут. Перезаешь, чуть-чуть. Я так и не поняла, что... Ты угораешь или что? Мне так спать ложится, Жень. Нет, я не угораю. Короче, есть, как тебе объяснить, люди, которые... Так, есть такая истина. Люди, которые военнопленные. Ну. Им нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем, дальше нет смысла держать. Вот, их надо утилизировать. Утилизировать не все соглашаются. Утилизировать, думаю, прекрасно понимаешь, что это за слово. Ну. Приходится делать. Нет. Вот. Делаешь это вот, у мужиков же есть кадык. Ниже кадыка, смотри, зашли в шомполом от автомата за ухо. У меня таких уже хватает. Сейчас с тобой поговорю, пойду дело сделаю и пойду спокойно спать.